Иногда просто необходимо иметь быстрый доступ к компилятору какого-либо языка. Скачивать нужную программу долго, но как же тогда быть? Представляем вам 5 онлайн-компиляторов, которые выручат вас в такие моменты. Хотите быстро и качественно изучить программирование игр? Представляю вам unity3dschool.ru. Это отличный сайт, где вы найдете 4 видеокурса, которые обучат вас программированию игр. Вплоть до 18 августа у них действуют скидки, все видеокурсы по 500 рублей, так что переходите на сайт, ссылка будет в описании к видео, там вы сможете почитать дополнительную информацию, а также отзывы учеников. На 5 месте у нас PHP, Fiddle и Sandbox. Сразу 2 компилятора, так как они очень схожи и работают примерно одинаково. Единственное отличие в этих компиляторах заключается в нескольких деталях. Дело в том, что сайт PHP, Fiddle имеет красивый современный дизайн и может выполнять код вместе с HTML-разметкой, что порой очень кстати. Sandbox таким похвастаться не может, но зато у него есть возможность выбрать PHP-версию, которая вам нужна в данный момент. Так что придется добавить эти оба сайта в закладки. CodePath является компилятором намного более функциональным, нежели предыдущие два. Он может выполнять код не только на языке PHP, но и на многих других языках программирования. Благодаря простому дизайну, а также хорошему компилятору, сайт грузится быстро, даже если у вас плохой интернет. Это безусловно плюс, так как вы сможете воспользоваться сервисом практически откуда угодно. К достоинствам также можно добавить возможность сохранения кода, а также возможность поделиться ссылкой на код с друзьями. Сервис кодинг нельзя назвать онлайн-компилятором. Это полноценная виртуальная машина, которую вы можете запустить онлайн на удаленном компьютере. Зайдя на сайт, вы можете зарегистрироваться и в облаке создать одну или несколько полноценных виртуальных машин под управлением Ubuntu. Понятное дело, что на таких виртуальных машинах вы уже сможете компилировать все, что угодно. Такое решение является отличным, но все же вам не удастся настроить все за 5-10 минут. На самом деле Godbolt обладает достаточно простыми характеристиками, но все же он заслуживает свое место в этом топе. На этом сайте вы сможете скомпилировать только код, написанный на C++. При этом вы сможете добавить какие только угодно настройки к компиляции проекта. Те, кто часто работают с C++, смогут оценить все достоинства этого компилятора. Сайт имеет простой дизайн, а также одну забавную функцию, а именно моментальный перевод кода на язык ассемблера. И на первом месте у нас компилятор IDEO-One. На самом деле это, пожалуй, один из самых удобных и многофункциональных компиляторов во всем мире. Дизайн сайта красивый и современный, компилятор работает на ура, есть поддержка многих языков программирования. Что еще может оказаться нужным? Компилятор поддерживает более 60 языков программирования, так что вы точно найдете здесь нужный вам язык. Конечно же, существует намного больше онлайн-компиляторов, нежели я привел в этом списке. Если вы знаете какие-либо интересные онлайн-компиляторы, то оставьте ссылку на них в комментариях. А на этом все. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, переходите на сайт itproger.com, все ссылки будут в описании к видео. До скорых встреч, пока!